клеветникам России. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою, домашний старый спор, взвешенный судьбою вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена, не раз склонилась под грозою то их, то ваша сторона. Кто устоит в неравном споре, кичревый лях или верный рос? Славянские ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет. Вот вопрос. Оставьте нас! Вы не читали сии кровавые скрижали, вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда, для вас безмолвный Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага, и ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны на словах, попробуйте на деле, или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык, или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижимого Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля? Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Нечуждых им гробов.